ты муравей? Вот почему там? Ну и, соответственно, муравейки живешь. Один из всех! То бишь, нас тут много. Ничего. Так и подчиняйся общим правилам. Ничего. А не нравится, вали отсюда. Вот же там, иначе и быть не можешь, правильно? Куда валить-то, я ж без муравейника не выживу. Ну, это твоя проблема. Один из всех. Так, пошли, наш статус пошел. Ой, блин, а если мне не нравятся общие правила? У меня, например, лучше получается на лукавчике играть, чем флёй заниматься, блин, каждый день. Знаем, знаем. Продавец музыки сказал, что твоя музыка говно. Все, стоп на этом, закончили. Пошли работать. Слышь, Марсиань, а кто общие правила придумал? Не болтай в строю. Те придумывают, у кого доход больше 10 тысяч коку. А почему у них столько коку? Чего не ясно тебе? Потому что они правила придумывают. Ну и балда, подписывай наконец. Давай молоко, зараза, а то мы тебя защищать не будем! Слышь, мой Жень, а у царицы сколько коку? Да кто ж тебе скажет, балда, у тебя статус слишком низкий. У нас же железная иерархия. И она хорошо работает, мы же муравьи, ёлки, чё ты пристал-то вообще? Да не, ничего я не пристал, просто я бы лучше на лукавчике бы ещё играл бы. Всем отбой работы, всем идти смотреть сериал! Шагом марш! Всем отбой, в Багдаде все спокойно, пейте, жители Багдада, всем отбой. Где-то, а? Ты чё, лохматый, опять что ли спишь, блин? Ты хоть понял, что сказали? Ты чё, идиот, это же сенсация, у нас столица сдохла. Да ну, и чё, теперь нам всем карты? Да нет, ты чё, просто теперь главной самкой должен стать кто-то из нас. Чё ты такой дурак-то? Ну и нафиг, ну тебя чёрт. Давай, гони молоко, сука! Слышь, лохматый! Ходят слухи, что кого-то из нашей палаты выбрали. Может, даже тебя, а? Да ну ты чё, у меня и коку-то совсем нет. Не, ну ты прикинь, чё, круто было. Чё, не хочешь, что ли? Конечно, нет. Чё, кто же не хочет свой статус увеличить? Тебе даже для этого убивать никого не придётся. Купишь себе ланд-круизер, будешь всех давить. Да ну, я не верю в статусы. Не верю там в статусы. А как же коку? Тебе ж нужны коку на новый лукавчик, а, лохматый? Что так кайф купишь? Тихо, прекрати шуметь. Не буду я ничего доказывать, иди нафиг. Спи. На месте, объект спит, прием. Объект проснулся, прием. Вот, поскольку я теперь типа царица, вот мой типа первый указ. С завтрашнего дня никаких царей, объявляется анархия. Прошу всех муравьев жить вот без иерархии, согласно обычным общемуравьиным ценностям. Ну и прекрасно. Ну и хорошо, ну нормально. Видал я ваши все статусы, дураки. Не бывает хорошего статуса. Все плохие, все. Ну что ж, добро пожаловать в наш муравейник изгнанных и самостоятельно удравших. О, крутняк. Ага. Пойдем мы тебя для начала представим нашему самому главному, самому крутому, самому альтернативному альтернативщику. Пойдем. Чё? Блин, и тут то же самое. Ну ёпарасоте. Ну и плевать, обойдусь, за тут что хочу, то и делаю. Все моё, я свободен. О, жаба. Ну что, жаба, у вас тут свобода, да, полная?